Так, здравствуйте, уважаемые пчеловоды. Значит, испытываем корпус Дадан плотностью 130 и выполненного из нового материала компании Химтраст. Ну, по классической схеме видно, что я не худого телосложения. Так. Ты меня покажи, чтобы это было видно. Вот, в общем, видите, аж маленько кругом стеночки, как бы под весом держатся. Прыгать не буду, боюсь. Ну и, конечно же, моего прыжка он не выдержит. Так, по новой теперь делаем. Добавляем внутрь пластиковые ставочки. Ну, здесь вот местами видно их. Запаяло, потом я отдельно сниму ролик, все это покажу. А так, в общем, вот такой вот улей с нового материала. Материал Химтраст. 130 килограмм держит. Гаси.